Теперь можно сломать скорлупку и дать нашей феечке-единорожке вылупиться. Всем привет, меня зовут Айрат, и вы на канале «Пора смотреть обзор игрушек». Сегодня у нас в гостях игрушка Hatchimals Pixies. Это волшебные феечки-единорожки, которые прячутся внутри такого волшебного яйца, и они устроили настоящую вечеринку. Как же она проходит? Давайте поскорее распакуем игрушку и узнаем. Спасибо магазину Toy.ru за предоставленную игрушку на обзор. В описании ты найдешь ссылку на нее, а также промокод со скидкой 10%. В комплекте у нас идет само яйцо. По размерам оно гораздо больше, чем стандартные коллекционные Hatchimals яйца. И также много-много-много наборов для того, чтобы создавать картонные аксессуары. Сначала распакуем яйцо. Для начала нужно тереть сердечко, и тогда оно поменяет цвет с фиолетового на розовый и станет мягким. Теперь можно сломать скорлупку и дать нашей феечке-единорожке вылупиться. Пам-пам-пам-пам! Куколка выглядит таким вот образом. У нее мягкие бархатистые волосы, очень детализированно красиво прорисованное лицо. Голова при этом поворачивается, ручки, ножки у нее неподвижные, платьишко тоже бархатное и красивые вот такие вот дрожащие крылышки резиновые на спине. Так мило смотрится. Также внутри яйца у нас прятались коллекционные хэтчи-малыши. Такая милая птичка-единорожек с серебристыми крылышками. Сама она такого светло-бирюзово-голубого цвета. А второй единорожек, такой желтый, бархатный, это настоящая лошадка, также с крылышками, то есть это еще не просто единорог, это еще и пегас. В комплекте также есть подставочка, на которой будут жить наши малыши, и пакетик с сюрпризом. В пакетике два милипусеньких ботиночка для феечки, вкусный десерт, украшенный звездочками, и ободочек с ушками, рогом и звездой. Одеваем на нее все аксессуарчики, и фея готова отрываться на вечеринке вместе со своими друзьями. У-ху! Помимо самой куклы с питомцами, также мы собрали и аксессуары, которые идут в комплекте. Из картона у нас сделаны подарки, пирамидка с бантиком наверху, такая коробочка с облачками и рожками и ушками единорога, и коробочка с мороженым. Они внутри пустые, однако ничто не мешает вам положить туда сюрприз по своему усмотрению. А также из пененного пластика у нас сделана арка из шариков, два волшебных стульчика с радугой и столик с десертами. Итак, вечеринка в полном разгаре. Туц-туц-туц-туц-туц. У нас здесь наши маленькие животные сидят на стульчике, кушают торт. Девочка-фея пришла поинтересоваться, как у них дела. Подарку друзья приносят подарки на нашу вечеринку. Скорее всего, у нас здесь даже день рождения. Но и как же обойтись без любимых сладостей? Такая милая игрушка у нас была сегодня на обзоре. Понравилась она тебе? Напиши в комментарии. Я с удовольствием их читаю, а потом отвечаю на них. Ну а с тобой был Айрат. Пока!